Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Наступну годину проведемо разом. Почнемо із того, що відбувається у Білорусі. У Мінську вчора пройшла церемонія прощання з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, який раптово помер у віці 64 років. Офіційно причина його смерті, до речі, і досі не озвучена. Прощання пройшло у столичному будинку офіцерів. До труни померлого прийшов сам проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Повідомила його прес-служба і опублікувала фото. Ви його, мабуть, бачили. Власне, про обставини смерті Макея та інші події, які відбуваються зараз на північ від нас, ми поговоримо із Валерієм Ковалевським, представником з питань закордонних справ об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, білоруським опозиціонером. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго дня. Що ми розуміємо зараз про обставини смерті голови МЗС Білорусі Макея? Вы знаете, как вы уже отметили, обстоятельства остаются неясными. Была очень странная реакция официальных источников информации, администрации Лукашенко, Министерства иностранных дел, вообще на сам факт этой смерти. Просто сообщалось, что умер министр иностранных дел Макей. А потом, когда пошли уже соболезнования, то они тоже были очень скупыми, очень сухими и даже очень прохладными со стороны Лукашенко в том числе, когда он было выставлено сообщение о том, что он выразил сочувствие, соболезнования с родственником Макея. Ни оценок, ни благодарности, ни каких-то теплых слов. И мы говорим о человеке, который больше 20 лет был рядом с Лукашенко, был его очень близким помощником, главой администрации, министром иностранных дел, и был одним из столпов этого режима, который был сформирован уже из авторитарного и перерос в диктатуру. Поэтому это все оставляет очень много пространства для спекуляций. Что произошло, почему в таком режиме реагирует власть на смерть очень близкого человека. Опять же, как вы отметили, еще нету даже официального заключения о смерти. А какой может быть причиной этого, как вы считаете? Ось такой дивной поведенки. Ну, во-первых, Макей очень сильно потерял в своем влиянии после начала революции 20-го года. А тогда Министерство иностранных дел довольно резко откликнулось на эти события. Очень многие дипломаты ушли. И это само по себе уже плохой критерий в глазах Лукашенко. Он видит нелояльность целого министерства в своей системе. И Макей, конечно, здесь главный ответственный, смотрящий за этим коллективом. Получается, что он не справился со своей задачей. Но очень важно то, что та архитектура внешней политики, которую выстраивал Макей, пытался нормализовать отношения с Западом, она полностью развалилась. И она уже перестала быть совершенно релевантной после 2020 года. В этих условиях сам Макей тоже потерял свою релевантность. С ним, похоже, не советовались по серьезным вопросам. Его влияние на принятие решений снизилось до минимума за весь период его правления. Ну, может быть, еще одна из причин — это то, что Лукашенко сам по себе не хотел бы показывать какую-то слабость режима. То, что вываливается большой кусок из этой машины и умирает, совершенно не согласовав с Лукашенко происходящее, это все показывает недостаток его контроля над ситуацией. Поэтому здесь, наверное, совокупность каких-то факторов, очень субъективных, очень личностных, но в том числе и то, что Макей сам по себе уже вывалился из этой системы как одно из основных лиц по принятию решений. Зараз, як ви вважаєте, кого можуть поставити на заміну? Чи буде це людина, ну, грубо кажучи, від Росії? Крайне маловероятно, что это будет человек именно от России, но есть два варианта того, две группы лиц, которые могут встать у руля Министерства иностранных дел. Это или, скажем так, сторонники такой очень жесткой линии в отношении стран Запада, но не стран, ну не России, конечно. То есть никто из тех, кто придет, не будет против России, против продолжения такой псевдоинтеграции, на самом деле аннексии Беларуси.
России. Это могут быть такие атакующие псы, которые будут бросаться на Запад, которые будут отбеливать Лукашенко, которые будут заниматься дезинформацией, пропагандой, но не дипломатией. Или это могут быть профессионалы, которые более умеренные, которые не будут допускать серьезных ляпов, которые будут все-таки держать какую-то линию, у которых может быть чуть больше возможностей и пространства для того, чтобы выстраивать какие-то контакты, но даже не диалог с Западом. Потому что на сегодняшний день у Лукашенко вообще нет никаких возможности выстраивать нормальные отношения с Западом из-за репрессий в Беларуси, из-за такого практического участия в войне против Украины. Лукашенко на сегодняшний день совершенно неприемлем для стран Запада. Поэтому, если можно так сказать, общий критерий для всех этих людей, то из окружения Лукашенко не придут люди с чувством собственного достоинства, не придут люди с принципами, с ценностями, которые бы придерживались таких демократических ценностей, профессиональной этики. Поэтому, к сожалению, ничего хорошего ждать не стоит, но какие-то вариации все-таки могут быть. Те, що причина смерті досі не озвучена, чи є це фактично визнанням те, що Макея, скоріш за все, отруїли і що це зробили ФСБшники? Совершенно согласен с тем, что здесь есть место для таких, можно сказать, спекуляций или разных версий, гипотез. Была и версия самоубийства даже. Если это может быть отравление, оно тоже имеет право на существование. До тех пор, пока не будет каких-то ясных ответов на вопросы, то эти спекуляции продолжатся. И более того, при этой власти доверять каким-то заключениям судмедэкспертов, к сожалению, не приходится. Мы это видели после 2020 года, как многие врачи лишились своей работы или сами были брошены в тюрьму только за то, что они давали честные заключения о побоях, об изнасилованиях, о пытках в отношении протестующих. И даже эта сфера взята под контроль Лукашенко, и ждать, что это будет честный ответ на вопросы от общества, не приходится. Зараз ходять чутки, що Лукашенко змінив охорону і кухарів на тлі цієї смерті. Чи відомо вам про це щось? Ні, к сожалению, такої інформації у мене нет. А взагалі, яку ми бачимо реакцію самого Лукашенко? Чи він щось говорить про смерть? Чи він якось коментував це офіційно? Вчера он участвовал в церемонии прощания с Макеем. Он из этого сделали такой небольшой театр, когда он пришел сам из здания, где находится его, где он кабинет на Карла Маркса, в дом офицеров. И на самом деле перекрыли все кварталы вокруг, то есть он пешком прошел это расстояние. Он один пришел в дом офицеров для того, чтобы проститься. И все это смотрелось так довольно символично, насколько он смотрится одиноким, то, что он отгорожен от людей. Ничего хорошего или, скажем так, ничего выдающегося он о Макее не сказал. Но интересно, что тот некролог, который был размещен в официальных источниках, подписан высшими должностными лицами Беларуси, но не Лукашенко самим. Опять же, очень странный такой признак, который... И Лукашенко сам по себе является, конечно, наследием Советского Союза, то есть он перенимает все те правила, традиции, которые были заложены именно тогда в Советском Союзе. И похоже на то, что вот это событие, уход Макея, просто выбили и самого Лукашенко, и всю систему из колеи. Они не знают, как на это реагировать, что это означает. И действительно, я думаю, что многие из них также думают, что не является ли это каким-то предупредительным выстрелом со стороны России в сторону самого Лукашенко, что, если мы говорим о версии отравления, например, что нужно быть более внимательным к тем сигналам, которые идут со стороны Москвы, и нужно идти более решительно на те уступки, которые требуются Кремлем. Здесь мы, конечно, имеем в виду продолжение вот такой поступательной аннексии Беларуси, втягивание в войну против Украины. И не то чтобы Лукашенко был против этого, он уже давно является частью этой войны, но он опасается, что, послав войска белорусские в Украину,
это может привести к его собственному падению. Его не так интересуют и не так волнуют судьбы украинцев, как волнует своя собственная судьба. А чи означають ці події, що Лукашенко зараз все-таки якось змінить свою поведінку і стане більш поступливішим перед Путіним? Ні, це вже дорога в один кінець для Лукашенка. Він повністю потеряв можливість для маневру. Він окружив себе людьми, які не дають йому хорошого совета, вони просто йому піддакують, виконують ті рішення, які приводять і приносять із Кремля. Лукашенко после 2020 года полностью потерял свою самостоятельность и потерял ее в пользу России. Мы это видели после событий 2020 года, но теперь этот процесс ускоряется все больше и больше. Мы видим, что Беларусь теряет свой суверенитет в пользу России, что расширяется военное присутствие России в Беларуси, то, что Россия укрепляет контроль над экономикой, над внешней политикой, над сферой национальной безопасности, информационной безопасности. Поэтому не думаю, что могут быть какие-то кардинальные изменения, кроме того, что Лукашенко продолжит этот путь постепенного сдавания нашего суверенитета, нашей независимости в пользу России. Тут я еще добавлю один момент, который также для украинцев будет очень важным, это то, что Лукашенко пользуется нашей национальной идентичностью, культурой, языком, как разменной монетой, как валютой для того, чтобы убедить россиян, что его нужно продолжать поддерживать. За это я готов продолжать русифицировать Беларусь настолько, насколько это будет устраивать Россию. А Білорусі ще є куди дерусифікувати, я перепрошую, вже ж якби дуже мало білоруської мови і взагалі білоруського. Ну, на самом деле, белорусской мовы достаточно много в обществе, и люди к этому тянутся. 20-й год показал, насколько для людей это важная категория, которая подчеркивает наше отличие от всех остальных и в первую очередь от России. То есть, когда мы задаем вопросом, кто мы такие, то культура, национальная идентичность, они сразу дают однозначный ответ, кто мы такие. Но сейчас Лукашенко ускоряет эти процессы. Это касается и вопросов образования, это и касается и подведения учебной литературы в школах под какие-то российские стандарты, под российские нарративы. Мы сейчас видим проникновение массовое каких-то военно-патриотических клубов в школы и даже в детские сады, где насаждается даже не история Беларуси, а история России. Все это продолжается, и оно очень проходит агрессивно, неприкрыто. И Лукашенко здесь, не стесняясь, дает зеленый свет всему этому, но, тем не менее, это невозможно перебить национальную идентичность, которая является частью нашего ДНК, и мы продолжаем свои собственные усилия для того, чтобы поддержать белорусскую мову, литературу, историю. И, кстати говоря, во Львове 9-11 декабря будет проходить белорусско-украинский форум, где мы будем обсуждать нашу общую историю, нашу общую культуру, информационное взаимодействие. То есть все те вопросы, которые нас очень сильно связывают, даже не говорю сближают, потому что это всегда присутствовало, и оно будет присутствовать. Поэтому не то, чтобы мы сказали: Лукашенко, делай, что тебе хочется, мы будем на это просто смотреть. Нет, у нас есть и свои действия, и свои программы. Те люди, которые вынуждены были уехать из Беларуси после 2020 года, уделяют очень много внимания этой теме, и это касается и образования для детей, для старшего возраста, ну и, конечно, для самих взрослых, чтобы сохранять эту связь, развивать ее и расширять поле для белорусскости. Скажіть, що ми розуміємо зараз про характер перебування російських військових на території Білорусі? От на даний момент, що ми розуміємо, як Росія використовує Білорусь? Це такий, так би мовити, військовий полігон, де йдуть навчання, чи що ще? Вы знаете, да, это одна из версий, которую рассматривают эксперты, что в большей степени Беларусь на сегодняшний день является таким тренировочным полигоном. На сегодняшний день до 12 тысяч российских военнослужащих прибыли в Беларусь, заводится какая-то техника, и достаточно немало ее заводится.
И с одной стороны, можно рассматривать это как полигон. С другой стороны, такая поступательная подготовка к возможному второму заходу на Украину со стороны Беларуси где-нибудь по весне. А третий вариант, который также рассматривается, также имеет право на существование, это то, что, расширяя таким образом под каким-то благовидным, скажем так, легитимным предлогом свое присутствие в Беларуси, Россия постепенно ее оккупирует. Оккупируют уже по-настоящему. Мы видим, что эти войска распределяются равномерно по территории Беларуси, относительно равномерно, что они не концентрируются, скажем, на южной границе или там, на восточной границе, чтобы облегчать логистику, переброску живой силы. Поэтому есть разные варианты, но один из таких — это именно установление контроля уже такого физического на территории Беларуси, для того, чтобы уже не позволить стране, ну, никаким образом не проводить свою хоть какую-то внешнюю политику самостоятельную. Ну и еще один из факторов, который наверняка эти войска уже сейчас выполняют задачу, это защитить Лукашенко от возможных потрясений в обществе. В случае, если будет какой-то всплеск или ввиду экономических каких-то потрясений, или из-за того, что Лукашенко может отправить войска в Украину. Но в любом случае эти войска могут оказаться такой карательной силой, которая будет сдерживать внутренние протесты. Є повідомлення, те, що ув'язана білоруська політична активістка, лідерка опозиційних протестів у 2020 році Марія Колеснікова потрапила до реанімації. Ви що знаєте про це? В якому вона зараз стані? То, що сообщає сім'я Марії Колеснікова, її сестра Тетяна Хоміч, що її доставили в хирургическое отделение и сделали операцию. Сейчас на реанимационном отделении в таком тяжелом состоянии, но тем не менее есть тенденция к улучшению. Ожидается, что она сегодня или завтра будет переведена уже просто в обычное отделение. К сожалению, информации очень мало. Мы знаем, что до этого продолжительное время отказывалась в доступе адвоката к Марии Колесниковой, что не было возможности проконтролировать ее состояние. К сожалению, именно такая функция у адвоката Беларуси сейчас основная — контролировать или хотя бы проверять состояние своих подзащитных, своих клиентов в тюрьмах. В меньшей степени это касается юридической практики, юридической стороны, а больше просто оставаться каким-то связующим звеном между заключенными и общественностью, родными. Так вот, даже такую функцию уже выполнять становится крайне сложно, иногда невозможно. Ну и это, соответственно, дает новые возможности для злоупотребления со стороны администрации тюрем, колоний. Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Ковалевський, представник з питань закордонних справ об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, білоруський опозиціонер, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що відбувається зараз у цій країні. Бачимо, що нещодавно за загадкових обставин помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у віці 64 років. Офіційну причину його смерті досі не озвучили, і, власне, так його і поховали, теж доволі так загадково, скажімо так. Прощання пройшло у столичному будинку офіцерів у Мінську, а до труни померлого прийшов самопроголошений президент Білорусі, диктатор Олександр Лукашенко. І, як ми от сьогодні зазначили, те, що коли був випущений офіційний некролог, то підпису Лукашенка під цим некрологом за Володимиром Макеєм не було. Що це означає, можемо тільки припускати, але бачимо, що смерть ця непроста і ще якось, скоріше за все, позначиться на політичній ситуації у Білорусі. Бачимо, що Путін продовжує притискати Лукашенка і забирати ці рештки суверенітету Білорусі, які ще залишилися, продовжує русифікувати Білорусь і за допомогою Лукашенка. Лукашенка абсолютно не упирається цьому. Бачимо, що русифікація, в тому числі в
школах проходить. Що ж, будемо спостерігати за тим, що відбувається на північ, на північних наших кордонах. Друзі, зараз ми переходимо на невеличку інформаційну паузу. Далі новини на Радіо НВ і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.